Привет, друзья! С вами Даша и канал «Это просто». Сегодня расскажу о сервисах, которые помогут провести время дома с пользой и удовольствием. Please listen carefully. На момент съемки видео ситуация по миру крайне тревожная. Жители многих стран находятся в домашней изоляции. И рассмотренные видеосервисы как раз-таки помогут отвлечься и использовать появившееся свободное время для поиска нового хобби, получения новых знаний или положительных эмоций. Отмечу, что, конечно же, все упомянутые видеосайты и приложения останутся актуальными и по окончании пандемии. Для удобства сервисы разделены на тематические группы, к примеру, образование, развлечение, искусство. Если вас интересует что-то конкретное, перейдите по тайм-кодам в описании к видео. Всем зрителям и подписчикам предлагаю поделиться в комментариях, чем вы занимаетесь дома и как проводите время. Может быть, у вас есть какое-то интересное хобби или любимый сайт или сервис в интернете. А я пока начну обзор, и первая тема будет образовательные курсы. Часто фраза «провести время с пользой» воспринимается как раз-таки с точки зрения получения новых знаний. Интернет позволяет приобрести актуальные навыки, необходимые для работы в современных компаниях. На канале есть подробный обзор с лучшими образовательными курсами, а также видео по изучению программирования и английского языка. Поэтому здесь я кратко коснусь лишь популярных предложений. Курсера – один из лидеров онлайн-обучения. Сайт содержит образовательные курсы более 190 ведущих университетов и компаний. Платформа позволяет получить диплом или сертификат после успешного окончания обучения. Такие документы однозначно можно занести в резюме и предъявить потенциальному работодателю. Хоть в основном Курсера платная и обучение проходит на английском языке, отмечу, что на сайте вы можете найти бесплатные курсы, так и русскоговорящих преподавателей. К примеру, есть курсы по фотографии и психологии коммуникации. Следующий сервис Udemy похож на Курсеру. Здесь также представлены курсы от лучших преподавателей и экспертов в различных сферах. Более 100 тысяч онлайн-курсов по бизнесу, дизайну, фотографии, разработке и маркетингу. Сайт регулярно проводит акции, которые позволяют провести обучение со значительной скидкой. Здесь можно бесплатно, к примеру, научиться созданию сайта на WordPress или познакомиться с основами торговли на финансовых рынках. Если английский язык является для вас непреодолимым барьером, то рекомендую обратить внимание на российский образовательный портал «Открытое образование». Здесь представлены курсы только российских вузов и абсолютно бесплатно. Студенты, которые получат сертификат об успешно пройденном обучении, смогут зачесть его в своем вузе. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации сформировало список бесплатных онлайн-курсов на различных платформах. Ссылку на PDF-документ оставлю в описании к видео. Здесь вы найдете курсы на упомянутых ранее Курсере, Открытое образование и других сервисов. Буквально одной строкой упомяну другие российские сервисы, которые позволят получить новую специальность и помогут в последующем трудоустройстве. Geekbrains обучает программированию на основе множества практических заданий. Курсы ведут успешные IT-специалисты. Нетология содержит курсы по современным востребованным направлениям – маркетинг, бизнес, дизайн, программирование и аналитика. HTML Academy позволяет изучить сайтостроение, HTML и CSS-верстку, основы JavaScript и PHP. Для изучения английского языка подойдут Skyeng, Puzzle English и Lingvaleo, причем каждый из них дополняет друг друга. Skyeng представляет полноценное обучение английскому языку дистанционно с преподавателем. Puzzle English предлагает изучать английский язык по фильмам и сериалам, а Lingvaleo предоставляет обучение языку с помощью регулярного прохождения упражнений. Платформы имеют отдельные курсы для совсем новичков и детей. Полученные знания на курсах, а также имеющийся опыт, можно монетизировать с помощью следующих интернет-сервисов. Фриланс-биржи типа FL.ru и Quark помогут найти работу или подработку по многим направлениям. Если вы умеете писать хорошие тексты, то подойдут сайты Text.ru и TXT. При способности писать у 10 тысяч знаков в день вы легко выйдете на достойный уровень заработка. Если хорошо разбираетесь в студенческих дисциплинах, то можете обратить внимание на бирже Автор24, Все сдал или Заочник. Здесь вас ждет множество заказов на написание курсовых, рефератов и дипломов. На канале есть подробное видео с обзором подобных фриланс-бирж. От образования и работы перейдем к развлечениям. Из-за пандемии у нас нет возможности посмотреть фильмы в кинотеатрах. На помощь приходят интернет-сервисы, где можно смотреть кино и сериалы в высоком качестве и на любой платформе. Каждый из сервисов имеет бесплатные пробные периоды или промокоды со скидками. Кратко перечислю популярные площадки. Амедиатека имеет большую базу современных популярных сериалов с возможностью просмотра практически в день выхода с профессиональным дубляжом или с оригинальной озвучкой и субтитрами. Иви.ру
содержит новинки в мире кино и сериалов. Есть эксклюзивные картины и возможность просматривать некоторые фильмы без подписки. Первый месяц пробного периода всего за 1 рубль. Здесь же можно смотреть прямые трансляции спортивных событий. Море ТВ может выступить альтернативой или дополнением к сервису Иви. К сожалению, мало сериалов, но есть множество новых кино и эксклюзивного контента. Окко предлагает для просмотра много фильмов и современных сериалов. Отличительная особенность площадки – только здесь можно следить за английской премьер-лигой. Премьера позволяет смотреть кино, сериалы и ТВ-шоу российского производства телеканала ТНТ с базой бесплатного контента. Помимо этого есть западные фильмы и анимация, но без новинок, скорее просто известные киноленты. Отдельно упомяну про подписку Кинопоиск HD. Первые 30 дней бесплатно, а за 3 дня до первого списания сервис предупредит об окончании пробного периода. Кинопоиск предоставляет возможность смотреть сериалы в день выхода. Помимо этого, доступны тысячи фильмов. Кино можно приобретать отдельно, при этом даже на самые новые картины действуют огромные скидки. При оформлении подписки вы получаете полный доступ к Яндекс.Музыке. Здесь доступна для прослушивания большая база треков как современных, так и классических исполнителей. Музыкальные композиции разделены по жанрам и настроению. Яндекс.Музыка ежедневно обновляет ваш плейлист на основе прослушанных вами треков и проставленных лайков. Пока официально в стране не появился Spotify, сервис от Яндекса остается лучшим предложением. Помимо музыки в каталоге доступны подкасты. Популярный некогда формат радиопередач сильно преобразовался в приятные разговорные задушевные беседы. Отмечу, что для прослушивания подкастов на телефоне можно скачать дополнительные приложения. К примеру, CastBox или PocketCast. Приложения позволяют найти подходящий подкаст по тематике или среди популярных авторов. Помимо подкастов и музыки можно слушать аудиокниги. Популярный сервис Storytel предоставляет тысячи аудиокниг в отличном качестве бесплатно в течение первых 30 дней, далее по подписке. Если вы все же привыкли потреблять литературу с помощью чтения, а не прослушивания, то можно посмотреть в сторону электронных книг. На канале есть подробный обзор лучших книжных интернет-магазинов, поэтому сейчас кратко упомяну про один сервис. Litres имеет огромный каталог электронных книг различных форматов. Все произведения разделены по жанрам, категориям и подборкам. Многие товары часто продаются с большими скидками. Сервис регулярно обновляет список лучших бесплатных книг. Упомяну кратко о Bookmate. Эта онлайн-библиотека объединяет в себе особенности Litres и Storytel. Здесь по подписке доступны тысячи книг в любом электронном формате, в том числе и аудиокниги. Можете попробовать самостоятельно, первый месяц бесплатно. Закончу сферу развлечения играми. Заядлые игроки в курсе про магазин Steam, самой большой базой игр, и про Epic Game Store, который заключает нашумевшие эксклюзивные контракты, а также регулярно устраивает бесплатные раздачи. Новичкам же, в свою очередь, все равно на такие магазины, потому что, скорее всего, их компьютер не потянет такие крупные релизы. Поэтому упомяну про облачные сервисы, которые позволяют играть практически с любого устройства, нужен лишь стабильный интернет. GFN.ru поддерживает определенный список игр, с которыми вы можете ознакомиться на сайте. На бесплатном тарифе доступен 1 час игровой сессии. PlayKey позволяет играть в любые игры, которые вы предварительно приобрели. Как таковых тарифных планов нет, но вы покупаете только пакет игрового времени – 5, 10, 20, 30 часов. Сервис регулярно устраивает скидки и распродажи. Помимо компьютерных игр, есть еще и настольные. Мосигра – крупный магазин настолок с доставкой по всей России. Здесь вы найдете игры на большую компанию, на одного-двух человек и игры для ребенка. Сайт регулярно создает подборки лучших приложений и отвечает за высокое качество товаров. Если сложно собрать компанию для игры в любимую настолку, то на помощь приходит сайт Tabletopia. Это онлайн-сервис с большой базой настольных игр. Вы можете находить игроков на сайте или приглашать своих друзей и устраивать онлайн-игру в настольные игры. Приложение доступно в браузере, а также на мобильных устройствах. Кроме обучения, работы и развлечений, дома можно заняться изучением мировой культуры и истории. Google предоставляет сервис, где вы можете ознакомиться с работами различных художников и посмотреть панорамные видео известных музеев и экспонатов. Но больше всего окунуться в мировую культуру позволит режим Street View, с помощью которого вы можете устроить себе прогулку по европейским столицам, библиотекам, музеям и живописным местам. Если вы хотите больше проникнуться мировой историей и искусством, то рекомендую обратить внимание на Арзамас. Площадка предлагает большое количество тематических курсов на самые разнообразные темы, интересные подкасты и аудиоверсии популярных материалов.
Следующий блок рекомендаций относится к фитнесу. Если нет возможности ходить в тренажерный зал, то можно с утра или вечером выделять по 30-40 минут на домашние тренировки. В этом помогут удобные приложения от Nike и Adidas. Вместо самостоятельного подбора и формирования списка упражнений, сервисы предложат индивидуальные тренировки с подробными видеоинструкциями и отслеживанием активности. Перед формированием индивидуального плана можно задать требуемые параметры – время занятий, количество тренировок, наличие снаряжений и дополнительные рекомендации. Максимальный эффект от занятий спортом можно получить только при соблюдении правильного и сбалансированного питания. Сервис GrowFood предоставляет готовое меню на неделю под ваши требования и задачи. Вы можете выбрать меню с определенным числом калорий и количеством блюд. Альтернативой GrowFood может быть сервис Elementary. Здесь также есть меню на неделю с проверкой качества и выбором блюд. Есть еще Яндекс.Лавка, который доставляет любое блюдо или набор продуктов из каталога в течение 15 минут. Но на данный момент сервис работает только в определенных районах Москвы и Санкт-Петербурга. В завершении обзора отмечу, что занятий дома может быть великое множество. В видео мы рассмотрели лишь некоторые из них. Вы можете заняться любым хобби, рисованием, изучением игры на музыкальных инструментах, открыть для себя мультипликацию, монтаж видео или обработку фотографий. Если вы обладаете достаточным количеством знаний в какой-либо области, то можете запустить свой онлайн-курс в соцсетях или на любой из ранее озвученных площадок. Видео выходит в эпоху коронавируса, вынужденного карантина и самоизоляции. Есть множество способов сохранять позитивный настрой. О некоторых из них мы рассказали в данном видео. Если мы чего-то не учли, то вы можете писать об этом в комментариях и делиться своим опытом, как вы проводите столь непростое время. Также считаю нужным отметить важный момент. Многие локальные бизнесы из-за коронавируса теряют своих клиентов, что ведет к их закрытию. Это может быть любимая вами уютная кофейня, магазин эксклюзивных товаров или авторская мастерская. Вы можете их поддержать. Заказ кофе на вынос, доставка товаров на дом – все это поможет локальному бизнесу перенести эти непростые времена с наименьшими потерями. И что для многих более важно, это поможет сохранить привычный нам уровень жизни. С вами был канал «Это просто». Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вас ждет еще больше полезных видео.